Опа, посмотри, вот они меня нарисовали. А куда вы деваете вырванные зубы клиентов? Мы? Ну, самое интересное я оставляю, я их собираю. Да. Ожерелье? Ожерелье, да, мы с этой целью собираем. Так я тебе покажу, какие есть, ты закачаешься. Такие были уникальные. Я собираю их. Забираю чисто из интереса. Сейчас покажу тебе. О, вот, например, смотри, какой экземпляр. Хопа. Ну, они отбеленные, не бойся. А. Это в пироксиде оно отбеленное, да. Оно все чисто. Идеальное. Оно, видишь, посмотри, какие корни. Ага. Как рога у быка. Как сложно было выбрать. Да вообще, караул, ты понимаешь, вытащить такое, чтобы попадется. А вот, смотри, какой корень. Хопа. Ага. Вообще позакручивалась. Вон полоса какая была. Вот, посмотрите. Звездолец. Посмотри, какой растет вообще. Караул. Это что-то ему мешало? Это аномалия, да, что-то ему не позволяло выровнять. Ты понял? Ой, ну жуть сплошная, я хочу сказать. Вот это ж мы их и храним. Так что если вам надо будет, да, посмотри, какие красавцы. Для съема? Ну, вообще это уникальная коллекция, чтобы вы понимали. Да, да, да. На секундочку, масштаб коллекции. Да, да, посмотри, сколько у меня их, да. Россыпь просто какая, вообще караул. Какие красивые, смотрите. Вот зубная фея. Да, да.